Тепло вернется в Саратов уже в эту среду. Об этом рассказал глава регионального гидрометцентра Михаил Болтухин. По его словам, днем столбик термометра поднимется до 28 градусов по городу и до 30 по области. Ночью температура составит от 10 до 15 градусов выше нуля. Такая погода сохранится до конца рабочей недели. Но в субботу температура вновь опустится до 23 градусов. Это связано с появлением очередного холодного фронта. Но даже понижение температуры не помешает саратовцам искупаться в Волге. Если сейчас температура воды понизилась уже до 19,2 градусов в Волгоградском водохранилище в районе Саратова, то к концу недели она вновь перешагнет 20-градусную отметку, и желающие и любители водных процедур могут продолжить купальный сезон в этом году.